Кривоспеду. Изначально это был форвард на стальной раме, абсолютно новый велосипед. От него осталась только каретка на промподшипниках, которая шла в комплекте изначально. Ну и хомут посидельный. Все остальное сняли. Почему именно стальная рама? Потому что вот такие вот дропауты удобные для того, чтобы на них установить мотор-колесо. Будет стоять разборная система алюминиевая и звездочка не спадайка. Аккумулятор уже и контроллер поставили от другого велосипеда, бэушные. И вот ручка газа. Вилочка будет необычная, на 29 дюймов. То есть изначально, если этот велосипед был на 27,5 дюймов колеса, то сейчас мы сюда вилочку попробуем поставить на 29. Новая вилка с удаленной блокировкой зум-вакса. И самое интересное, что здесь вот я сейчас на данный момент делаю, здесь стояла рулевая на обычных шариках. Сейчас я покажу, что я сюда поставлю. Вот такая обычная рулевая под шарики. Приехали к нам рулевая внешняя, не интегрированная вообще, на промподшипниках. И вот прикольно. То есть она будет держать хорошую нагрузочку для покатушек по грунтовочке. Сейчас начнем собирать. Для запрессовки рулевой нужно использовать специальный пресс, чтобы чашечки ровно входили. Это шпилька с двумя гайками и специальные адаптеры под все размеры чашек. Под дюйм, под 1/8, 1/5 и так далее. Сейчас я запрессую и покажу его в разобранном состоянии. Вот такая вот шпилька. Вот такой вот адаптер под все типа размеры рулевых. Тут еще просторочные кольца есть и гаечки. Штука простенькая, под 17 ключик. Стоит она, блин, 1500. Такие цены на велоинструмент. Вот эта штучка, это якорь, который забивается внутрь вилки, чтобы держать вот эту крышечку. А крышечка, соответственно, держит вынос. Чтобы этот якорь забить ровно, нужна вот такая штука. Стоит она тоже каких-то безумных денег. Тоже, по-моему, было 1000, короче. Она нужна для того, чтобы якорь зашел очень ровно и аккуратно. Еще один инструмент, который нужен в веломастерской. В комплекте с рулевой идет верхняя крышка с пыльником. Он настолько хорошо впрессован, туда внутрь там резиночка стоит, что вот я не могу руками это надеть. Я сейчас постепенно его пытаюсь туда впрессовать с помощью проставочных колец. Рулевая очень прикольная, очень качественная. Стоит, правда, около 1000 рублей. Очень высокая рулевая, очень высокий рулевой шток. Поставили несколько колечек проставочных. Вынос у нас будет от фирмы ProCraft, очень длинный, 130 с подъемом небольшим. И руль труватив, бэушный, конечно. Смотрите, это будет монструозно, когда все будет собрано. Переднее колесо самое простенькое, поддисковый тормоз, обычная втулочка на шариках, двойной алюминиевый обод. Диски мы поставим бэушные, Авито Лексира ШС-1, износ практически нет, в очень хорошем состоянии. Калиперы будут китайские, самые простые с Алиэкспресса, но колодки большие и прямоугольные. И ручки необычные. Текра со звоночком, левая со звоночком. Правая обычная, но они такие хорошие, мне вот нравятся очень. На нескольких велосипедах такие уже стоят. 26 колесо. Ширина резины 2,5. Вилка 29. Смотрится это вообще безумно монструозно.